Ребята, всем привет! На связи Игорь из «Ультравыхлоп». Сегодня мы делаем эту машину. Это машина Kia Optima. Да, у нее в штате не раздвоен глушитель. Мы уже сделали раздвоение. Мы ее приняли уже в четвертый раз к нам. Руслан, привет! Да. Ты в очередной раз уже у нас в сервисе. Мне хочется от тебя услышать вот все обстоятельства ситуации, которая сейчас приключилась. Просто опиши все как есть, чтобы ну, другой человек на твоем месте не попал, например, в такую же ситуацию, да, с сервисом. Изначально надо понимать, что ты хочешь, и преподнести так, чтобы тебя услышали. Ну, какая ситуация произошла? Руслан приехал к нам на доработку выхлопа, раздвоение с насадками. Мы ему сделали, но оказалось, что на этой машине это слишком громко звучит. И ему дискомфортно, и клиентам, которые ездят в его машине, тоже дискомфортно. Соответственно, что мы предприняли дальше? Мы поставили четвертьволновой резонатор. Это был второй приезд Руслана. Он, к сожалению, не помог до конца снять проблему. То есть есть машины, где вот реально оверзвука и резонанса, поэтому четверть волновой здесь не помог. Соответственно, следующим нашим шагом было это то, что мы поставим банки тюнинговыми. Они будут громче штатных, но не будет резонанса и дискомфорта в салоне. Это был третий приезд Руслана. Сейчас ему хочется еще чуть-чуть погромче прибавить звук, и чуть мы переделаем систему, более грамотно ее сделаем, зафиксируем таким образом, чтобы вот Руслану реально было в душе спокойно, и он получил удовольствие от того, что он так много времени потратил на свою машину, на тюнинг. Именно для этого мы сейчас проэкспериментируем еще раз. И я вижу по глазам, что ты к этому готов. Но сейчас осталось всего 2-3 часа для того, чтобы доделать всю работу. Так что, ребят, давайте посмотрим. Руслан, готов твой выхлоп, готова твоя машина. И сейчас в очередной раз ты уже послушал звук. Скажи свои впечатления. Бомба. То, что хотел, то и добился. Надо испытать на дороге. Мы все понимаем, что тюнинг выхлопа – это очень такая тонкая материя, потому что нельзя переборщить с громкостью, и вместе с тем хочется, чтобы ты выделялся в потоке, твоя машина выделялась в потоке. Ради этого мы и работаем, ради этого мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Как и получилось с тобой, с твоей ситуацией, ты здесь уже у нас… Не первый раз. Не первый раз и не второй, да? Четвертый уже получается. Да, да. И если все будет хорошо, то ты, собственно, будешь наслаждаться выхлопом. Если что, мы просто поставим спортивный резонатор и сделаем звук немножко приглушенным. Да, да. Я тебя поздравляю с новым выхлопом. Спасибо. Вот. Очень рада стараться. И давайте посмотрим, что мы сделали. Ну что же, очередной автомобиль с отличным звуком выхлопа теперь доработан. Другие автомобили вы можете посмотреть в нашем инстаграме. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки, прокомментируйте, как вам этот выпуск. И если вы захотите, приезжайте, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы вживую. Также звоните, телефон оставим в ссылках в описании. Всем пока, всем счастливо!